При самой низкой температуре, при которой приходилось нам работать, это 60-63 где-то градуса было. Вот как раз тот сезон, когда я травмировал колено, подморозил. И это, порвал менис все. Тяжелая, да, есть свои такие, сложные, да, многие думают, что это монотонная такая, выпиливать до долби. Здесь надо думать, здесь надо знать, здесь надо уметь. Потому что любое неверное движение, и ты поймал воду, и все, и вплоть до того, что всю работу можешь утопить, и заново потом придется это брать. Нет, я не согласен, что это самая сложная работа. Есть работы и посложнее, ну, скорее всего, одна из самых сложных работ.